На жителей Воронежа возбудили более двух десятков исполнительных производств, включая демонтаж самовольно возведенного им гаража. Однако убрать постройку не удалось, ведь в ней находилась машина. Тогда судебные приставы, обнаружив у мужчины 200-тысячный долг по коммунальным платежам, арестовали автомобиль. Опасаясь того, что машина будет выставлена на торги, владелец иномарки вывел ее из гаража. Теперь незаконно возведенный объект может быть демонтирован.